Привет всем любителям мира моды. Меня зовут Лена, и я участник конкурса блогеров, который проходит в рамках Белорусской недели моды. И сегодня мы находимся у дверей магазина Twinset. Пройдемте, посмотрим, что же нас ждет там. Привет! Привет! Привет, как дела? Хорошо, как ты? Готова? Да, готова. Волнуешься? Немножечко. Я тоже чуть-чуть. У нас есть две потрясающие модели. Сегодня с нами Светлана. Два близнеца, две девочки, и мы должны придумать им образы антиподы. Моя идея заключается в том, чтобы создать два противоположных антипода женской сексуальности. Это нежность легкая и воздушная и дерзкая неприступная дерзость. Ну что, поехали? Я побежала искать. Хорошо. Важно понимать, для кого ты подбираешь тот или иной образ. Важно понимать нюансы фигуры, свои недостатки, объективно понимать достоинства, подчеркивать то, что нужно, и скрывать то, что не нужно. Я очень люблю разнообразный стиль, очень люблю экспериментировать. В общем, это целый мир, который я всем рекомендую познать. Для образа нежной и легкой девушки это просто идеальный вариант, это сразу мой фаворит. Будем пробовать играть с ним. Очень легкая ткань, очень нежные тонкие линии и цвет тоже очень нежный. Мне очень нравится вот этот вот сет. Черное платье из данного контекста я бы убрала и оставила лишь легкую кружевную накидку с использованием другого платья. В общем, все запутано, будем смотреть. Здорово, очень. Готова? Да. Выходи. Основная идея у нас все-таки придерживаться нежного образа. Мы выбрали очень легкое розовое платье на тонких бретельках и добавили кружево сверху под поясочек для того, чтобы подчеркнуть талию и добавить еще больше женственности. Да, ну как бы я немножко по-другому его представляла, вот, поэтому хочется еще посмотреть. Мы же еще кое-что выбрали. Та-дам! Вот он наш образ легкой, воздушной, нежной, элегантной девочки. Мы использовали кюлоты, очень смелый элемент одежды, но Свете очень хорошо подошли. С учетом роста они больше даже похожи на широкие классические брюки с отворотом. Очень стильные, очень красивые. Сверху мы использовали блузку с кружевом и с шелковой ткани. Маленький аккуратный клатчик. Ну и, конечно же, очень хорошо высокий каблук. И вот у нас получилась такая изящная, нежная Света. Итак, сегодня мы подобрали образ для нежной, легкой, воздушной Светы. И сейчас мы отправимся в другой магазин, чтобы создать антипод этому образу. И нас ждет Вера, которая будет дерзкой тигрицей. Ну вот, мы оказались в Sisters. Привет, Вер! Привет! Как дела? Хорошо. Ты у нас будешь антиподом. У тебя будет яркий, контрастный и дерзкий образ. Ага. Готова? Да, очень готова. Поехали. Отлично, мне очень нравится, мне кажется, мы добились своей цели. У нас получился очень дерзкий образ, очень контрастный образ. Яркие цвета, белые, черные, синий цвет очень оттеняет данный образ и делает его менее скучным. Это макияж, это очки, это прическа. Я довольна! В качестве темы для своих образов я выбрала женскую сексуальность и попыталась создать образы противоположные. Это нежная, утонченная женщина
и дерзкая, страстная девушка. Я надеюсь, у меня получилось создать интересные образы, видео получилось увлекательным и, надеюсь, даже полезным. Не бойтесь экспериментировать, будьте разнообразны. Всем удачи в шопинге!